И всем привет, дорогие друзья, с вами снова Pixel Cat Play. И сегодня мы будем играть в танки онлайн, в которой началась война. Новое событие. Эта война уже говорилась до этого очень много. И вот. Там была краска распределитель. Я ее купил, и чтобы поучаствовать в ней, потому что за выполнение заданий вам дают контейнеры. А контейнеры — это круто. И мне осталось еще набить 2 звездочки. Вот. Я уже 3 набил. Попробовал как-то. Тут есть бустер звезд. Это увеличивает звезды в 2 раза. И дополнительно дает 50 тысяч кристалла. Офигеть, это очень много. Так, мне также стали доступны новые... новые открытки, вот. Я их забыл. Так. Я набил звание, пока играл. Как раз таки в битве до этого. И заходим в бой. Быстрый бой. И ищем противников, чтобы поиграть в войне. Просто я не знаю, там в любые заходить или не в любые. Но лучше в быстрый бой. Тут, тогда я играл на... Как там... контрольных точек в команде. Да, матчмейкинг — это полное дерьмо, скажу так. Да, зачем разработчики сделали эту обнову? Вот зачем? Вот никто не понимает. Все говорят то, что это плохо. Зачем? Лучше, как было раньше. Но нет, они это ввели. Да, быстрый бой ищет долго. Сейчас подождем, поговорим пока что. Выпуск там, где был Джиггернаут, был не очень крутой, потому что я не стал Джиггернаутом. Но зато открыли контейнеры и смогли... немного взять припасиков. На том выпуске у меня было 10 просмотров. Я смотрел как раз перед записью этой серии. Ура, наконец зашел. Спустя 2 минуты. Браво, поздравляем. Так, сейчас будем играть в регби. Понятно. Значит, Фриз тут как раз тащит. О, нифига ж себе. Тут какие звания. Так, вот у меня куча норы. Я уже потратил. Чё, думаешь, меня победить, да? Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй, фракция. Это другая уже фракция. Ух, о! Донатер. Донатер. Хотя мы сами донатеры. 0 рублей. Из нуля. Ой, да блин, ты дурак! Уйди. Уйди ты. А, вот он пострелял. Ну окей. Так. Надо их всех убить. Например, тебя. О, да, чел, здорово. Обожаю таких людей, которые лагают. Так, я тут стою, жду в защите. О, изи, спасибо. Изи немного подлечила. Это хорошо. То, что изи подлечила. Так, тебя я убью. Тебя заморожу. Не уйдешь ты от меня, братан. Ты что, думаешь, что уйдешь от топа, у которого норы куча? Ай, блин. Нифига себе их там народу. Я только сейчас обратил внимание. А, пипец. Я должен быть на первом месте, чтобы набрать максимальное количество звезд. Первое место — это топ.
Ты меня спалил? Раз так. У меня тоже есть броня, братан. Тут не иди. Ой, оверка. Замораживаем, блин. Ну, хотя бы 500 хп, это тоже нормально. Ран делайте, ран. Нет. Братан, у меня есть тоже кирка. Ноу. 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 А еще был дед. Так, и мы, по идее, можем доставить. Уйди. Но этого никто не знает. Ай, блин. Блин, тут пишут вот это, по типу голда. Даст, если мы вот это, 4 меча доставим. Так, все, я пошел. Братан, 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 братан. Эй, 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 не птите вам это жить. Я, конечно, понимаю, что не все так гладко. Ах ты, тварь. Я тебя убью. Все, у меня нарыв полно. Больше, чем у всех у вас. Классная команда забила меня. И он на центре, офигеть. Супер. Сейчас все драться будут. Офигенно. Ребят, это просто офигенно. Это самый топ. Давай, доставляй. 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 Доставляй, доставляй. Ура, второй раз забыл. Подожди. Найс, это супер. На тут придется посливать побольше. Это самый нарки. Так как я нарик. Блин, интересно, сможешь пользоваться овердрайвом? Братан, я так и знал, что сможешь попользоваться. О, тут можно чисто пофармить. Да, вот тебя пофармить. О, защита от них пошла. Я чисто наехал, и мне половина. Ладно, только прошло. Где капец? Братан, текай. Где капец? Что, я думаю, с меня победишь? Вы чё, думаете? А, чё ты пихаешься, а? Заколебали пихаться. Давай. Братан. Я часто по всем танкам проезжаю. Ну, кто чела убил. Пш, мяч в игре, и никто на него не идет. Офигенно. Это просто найс. Все, едем. Так, быстрее. Надо быстрее быть. Не спасибо, богатан. Ну, проезжай. Тут чисто надо проехать.
Ага. Ух, нифига ж меня подбросило. Подбросило. Блин, что-то я начал не выговаривать букву «э». Где я спокойно ее могу выговаривать? Да. Блин, надо затащить эту катку на низ, чтобы было. Ух, нифига ж все. Они на топ наре едут. А, мы их не успели. Подожди. Оооо, план такие. Братаны. Ждем, чисто ждем, пока они там все соберутся. И так далее. А там ты меня не удивишься. Мяч прям под носом провезли. Мяч под носом провезли, учила и того. Блин, раньше не мог стрелять. Там сегодня же перезарядка долгая. О, ничего себе. Кто-то набил. Аж целых так много звезд. Аж целых так много звезд. 34 звезды. Это жестко. Скажу так. Блин, я тут уже здесь нарки слил. Сей. Все доставляем. Как-то так. О, все, у тебя уже нет. О, богатан, прощайся. Прощайся. О, чисто командная работа. Изи. Изи. Не респавнитесь. Не респавнитесь. Ну окей, две звезды, три звезды, хорошо. Так, выходим. Интересно, контейнеры дали или там надо именно зайти туда? Так, сайт войны, приходим по сайту войны и смотрим. А, давай быстрее. Так, будем смотреть пока в эту бездонную вещь. О, все, я понял. Вот эта штука, короче, бесконечная, которая начинается. Так, я уже зашел сюда. Карты. Так, наберите 10 звезд в, чтобы получить дополнительно заработать 2 контейнера. А мне что, дались контейнеры? И нет. Что-то тут не то. Что-то тут не то. Вот, и 5 звезд. Может, надо перезайти? Как думаете? Ход второй через это. Ай, зачем я закрыл? Надо было эту штуку закрыть. Так, чисто. Закрываем и заново перезаходим. Посмотреть.
так как мне лень это монтировать, и это занимает очень долгое время, я буду делать это все в ваших глазах. Да, и скоро мы поиграем в спор. Галактические приключения очень прикольные. Так, волки захватили мосты, эксплода, прост, ферма, Форт Нокс, стадион. Защитили столицу волков, заработали 1 очко победы. Так, всего заработано 3 контейнера. Заработаны которые в этом ходе. Хорошо, так. Ну, я без этого поиграю еще. Ну, а для вас я постараюсь. Блин, а может они все-таки в конце войны? Или в конце хода дают? Ну, а ничего страшного. Завтра посмотрим. Ведь завтра я буду опять-таки снимать это видео. Каждый день. Каждое это буду снимать. Да, походу, в конце хода дают. Ну, я не знаю. Да, в конце хода дают. Вот, видите, ноль. Ну что ж, дорогие друзья, хочу пожелать вам удачи, счастья, здоровья и так далее. И что ж, ну пока. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. Пока-пока.